Региональный форум школьников «Новое поколение выбирает» проходит в Челябинске впервые. Здесь представлены крупнейшие вузы города. Старшеклассники со всех районов могут принять участие в интерактивных выставках и определиться с дальнейшей специализацией. Особенно своими экспозициями удивил Южноуральский госуниверситет. Проходит выставка юридического института, где мы ребятам 9-11 классов рассказываем, как нужно себя правильно вести с оружием при угрозе, как неправильно выполнять свои действия. Также рассказываем о том, что мы проходим, как мы обучаемся, что нас ждет в дальнейшем. Для каждого участника найдется направление на любой вкус. Кто-то водит воображаемый самолет, другие пробуют себя в роли педагогов. Не зарастает тропа и к НАО роботу Южноуральского государственного университета. Привет, представься. Привет, человек. Я робот Михаил. А что вы умеете? Мой большой брат умеет танцевать. Не осталось в стороне и студенческое телевидение Юргу-ТВ. Телерадиокомпания не только работала в рамках форума, но и презентовала свою площадку. Ребята могли узнать о всех тонкостях работы журналиста и попробовать себя в роли телеведущих, прочитать подводку к новостям и посмотреть на себя в кадре. Межэтнические встречи. Как гармонизировать межэтнические отношения и зачем это нужно такому многонациональному городу, как Челябинск? Ответ на этот и другие вопросы были озвучены на ежегодном народном форуме «Челябинск» многонационального деле «ВИДГОВ». Форум запомнился не только работой интерактивных площадок, где школьники могли познакомиться с разными профессиями и вузами, но и конференцией педагогов, а также общением с родителями. Мы одна из основных образовательных площадок. Вместе с нами выставляется педагогический университет. И это очень важно, что каждый имеет возможность там заявить о себе, потому что на фоне своих отчасти конкурентов у нас есть смежные профессии с другими университетами. Мы можем выигрышно показать то, что делаем мы. Наши новые технологии, наш интерактив, наше позитивное общение с абитуриентами, ну и, собственно, глубину, широту тех образовательных программ, которые мы даем. Институт представлен очень достойно, и, в общем, мы очень благодарны университету за такую возможность выставить себя в том объеме, в котором мы считаем нужным. Подобные мероприятия помогают школьникам определиться с будущей профессией, поближе познакомиться с вузами и задать интересующие вопросы студентам и преподавателям.